Всем привет, ребята, с вами я, Спецназ. Сегодня я зашел на свою группу. Я его просил дать мне твою зубец, ну ладно. Я очень устал, чуть-чуть спать будем. Так что-то жители, и ведь они же сказали, что они уйдут в парк, но ничего. Ну ладно, все так и... Закрываем дверь. Ой, блин, что это такое? Кто вообще-то сделал? Ну, давайте сперва убьем этих собаков. Давайте быстрее, ребята. Кто вообще-то это сделал? Это же Бедрук. Настоящий. Блин. Постойте, ребята. Этого может только один человек узнать его. Вот посмотрите, ребята, это Бедрук. Так, здесь обсидиан. Вот нас места. Ну и привет, Спецназ. Скучал по мне. Ну и сиди тут. Вот я этому думал, блин, ребята. Это же мой фейк. Так, ну ладно, что это такое? Это же земля. Ладно, так давайте попробуем. Так. Вот так, потому что это будет здесь или нет. Так, быстрее, ребята. Так. Мы можем, блин. Да они же... И его не можем поставить обратно, блин, ребята. Все это спасли. Фактума, блин. Ну, пипец. Чё? Это сундук. Так, давайте всё прокопаем. Так. Вот так можем. Вот здесь. Блин. Нет, ребята. Это не можем все это подумать, это катки. Фетный. Так, дерево можем, так. Так. Дерево тоже не можем, блин. Так, ну ладно, ничего. Давайте крафтим себе верстак. Так, давай здесь поставим. И палки. Сколько мне хватит и... Теперь создаем деревянную кирку. Добываем булыжник, потом создаем каменную кирку. Так, теперь добываем железо. Так, давайте, ребята. Быстрее. Блин, здесь нет же печка. Ну ладно, ничего. Так, вот же у меня дома были печки. Так, давайте, ребята, быстрее. Этот катки. Все продумал, блин. Так. Быстрее, ребята, так. Он уже поплавился. Так, сделаем все железную кирку и добавим этот алмазы. Потом создаем себе первую алмазную кирку. Давайте сломаем этот обсидиан. Так. Ну, один раз я типа покажу, блин. Так. Чем здесь не сломается? А, вот. Уберем этот. Почему я вот не видел? Вот так я. Вот это. Я там все говорю. Все, доехал дома. И потом вот так закрывал и упал.
Слизь. Ну, офигеть, плюс. Ладно, ничего, ребята. Я один день отомщу за нее. Жители не вернулись. Я хочу спать. Ребята, не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал, если видео понравилось.